Доброго времени суток, мои хорошие, с вами Амбрелла. Мы продолжаем наблюдать за похождениями нашей безумной семьи. У нас проснулась... Что я сейчас сделала? Проснулась Катя. Она очень сердитая, просто очень сердитая. Она хочет есть, ее надо искупать. Также у нас сердитая Лори, не знаю почему, стоит просто бесится возле раковины. Вот. Кстати, Никит, я определила, почему ты так любишь мыть посуду. Ты смотри на свою должность. К сожалению, карьера кулинара начинается не сразу с готовки пищи, а с помощника посудомоечной машины. Но сегодня у тебя выходной, сегодня на работу пойду только я и Лори. Ну и девчонки в школу пойдут. Лира стоит голодная. Причем она якобы спит, но она стоит. А, это баг такой, точно. Я пошла купаться. Я не знаю, в чем заключается суть бага, что когда ты включаешь игру, все стоят на месте, как бы возле кровати. И когда ты включаешь, как бы снимаешь паузу, все идут заниматься своими делами, чем они и занимались. То есть спать, есть или еще что-нибудь. Мне что-то уже весело. Ясно, понятно. Так, мать. Доиграешь, уберешь, помоешь. Собственно, надо Катю будить. Девчонок надо будить. Всех надо будить. Как бы. Что делает Лори? Я не буду озвучивать, что она делает. Знаю только, что сердито. Так вот, что я передвигаю. Что это такое? А в смысле, что это такое? А, лежак для питомца. Почему? Я могу его перетаскивать? Давайте в багаж положим. Просто это реально нам не ну... А, стой! Ясно, понятно. Мы это как бы вообще можем продать в конце концов. У нас питомцев нет. Так. Кате нужно проснуться. Кать, завязывай спать, просыпайся. Можешь даже на мать поорать за то, что она тебе ничего не приготовила. И до сих пор не искупала. Лори злая ходит по квартире. Она опять пошла пинать бак. Нет, она пошла просто выносить мусор. Ну, понятно, типичная женская логика. Я тоже так иногда делаю. Когда я злюсь, я начинаю мыть всю квартиру просто. Либо плиту чистить, либо убирать. Это норма. А Лори просто выносит мусор. Причем при этом пиная мусорный бак. Ну, причем она уже счастливая от этого, да. То есть гениально. Сейчас она поставит, я надеюсь, она все это уберет. Все три, я надеюсь. Да, отлично. Отлично. Мать, ты где? Мать сидит, жрет. Ульяна тоже пошла кушать. А почему Лера этим занимается? А, она Леру разбудила. Катя разбудила Леру. Вообще нажала Кате проснуться. Но хотела, чтобы мать ее забрала. Но потом мать уже сама ушла кушать. Лер, спасибо тебе большое. Ну, вот реально старшая сестра. Вот что еще могу сказать? Я не знаю, они либо сидят, жрут за барной стойкой, либо они сидят, едят наверху. Я не знаю, в чем проблема. Ой, спасибо, Лера, спасибо. Так, все, мать. Дальше сама мать. Я тебе привела ее на корми. Даже поставила тарелку. Так, а теперь можно я сама пожру, называется, да, Лер? Так. Получить остатки. Ну, что найдешь, там, короче, поешь до школы. Так. Ну, в общем-то, почти вся семья в сборе, почти вся семья кушает. Так. Гениально. Дошла до стола, потом пошла проверять Катю. Да, блин. Что не так? Ты опять раскидала еду.
Сейчас в ванну запущу, если ты еще раз меня бросишь. Так. Ладно. Допустим. А что ты с ней будешь делать? Ее надо искупать. Ты в курсе, мать? Мать, а мать, ты в курсе? Да, я отправлюсь на работу. Сейчас Катю только угомоню и отправлюсь на работу. Да, ты ее пошла купать? Наконец-то. Я же успею... А чё ванна? Вода фиолетовая. Ну ладно. Мне же к 9, да, получается? Да. Так, все, девчонки в школе, да? Лера, хорош бухать, иди на... Иди в школу, сейчас опоздаешь. Да какой помыть, Лера, быстрее, сейчас опоздаешь, серьезно. Мне же потом выговор сделают. Здравствуйте, я представляю компанию «Силен как слон». Мы хотим прислать вам бесплатный образец нашего нового товара. Наушников капелек Hits. Если вы хотите купить наши товары, мы принимаем заказы через интернет. Мы также производим механические скалодромы и предлагаем видеоупражнения, которые можно будет смотреть на телевизоре. Будьте здоровы. Лира, тебе нужны бесплатные наушники капельки? Я думаю, нужны. Вообще тебе надо в школу быстрее бежать. Блин, она же опоздала на целый час. Ладно. Так, Катю искупали, прекрасно. Теперь мне пора на работу, Катенька. Ты меня прости. А чё я кокетливая-то? Ты чё ребенку бросила? Так, Никита, ладно. Тём, переоденься, иди возьми Катю, пожалуйста. Ай, гениально. Теперь Тёма за всеми посуду моет. Никит, тебя освободили от твоих обязанностей. Ну, при том, что Никита как бы спит, да. Катя, Кать, что ты делаешь? Ты нашла, конечно, где играть, но я сама виновата, что тебя там оставила. Ладно. Сейчас, Тёма. Сейчас, Тёма, помыл посуду. Стой, мусор вынести решил? Хорошо, но потом обязательно ты должен переодеться. В смысле, не раздеться, а одеться. Вот, а потом... Потом надо с Катенькой позаниматься, потому что Катенька сидит, скучает. Да, наблюдать, как играет Катя. Я не знаю, когда проснется Никита. Узнать лучше, Никита. Не надо. Никита мне этого точно не простит. Так, питание у Никиты хромает. Давайте Никиту... Никиту тоже оденем сначала. Сейчас мы нажмем ему одеться. А мы не можем этого сделать, пока он не встанет. Завязывай спать, вообще уже утро как бы. Так. Нарядно сменить одежду, повседневный. Так, я тебе обещала сменить прическу. А, ну тогда, в общем-то, отыскать это. Сменить персонажа. А, нет. Артём уже пошел. Я тебе сказала переодеться, ты сейчас совращать идешь мне ребенка. Вам обязательно надо было переодеваться при ребенке. Расскажите мне, пожалуйста. Многоуважаемые дяди. Я сначала тыкнула Артему, чтобы он переоделся, а потом, чтобы... Я вообще-то не тебе сказала поменять. Ладно. Я сначала тыкнула Артема, чтобы он переоделся, а потом, чтобы он пошел к Кате. Нет, надо было сначала дойти в ванну, переодеться перед ребенком, а потом сидеть с ней играться. Классно просто, я тащусь с вашей логики. Ну, собственно, с моей логики вы тоже тащитесь, поэтому, в принципе, я считаю, семейка удалась. Ладненько. Так. Да, получается... Никите надо изменить персонажа. Почему он переодевается второй раз, и мне открывается темный редактор? Ладно, пробуем, смотрим. А теперь правильно. Так, что я хотела? Я хотела тебе изменить цвет волос и прическу. Но прическа серьезная, прическа была адекватная. Красный не надо. Я думаю, такая подойдет, да? Ну, цвет волос такой подойдет. Ладно, прическу сейчас пересмотрим. Я могу сделать вот такую. Но она мне не нравится. Вот честно тебе скажу, она мне не нравится.
Это не особо отличается, но смысл тот же. Это точно не годится. Это сильно коротко. Ай, прошу прощения за этот звук. Это сильно коротко, поэтому, собственно, я тебе и ставила вот эту. Вот эту поставить. Она как бы получше, в принципе. Хотя, погоди, мне вот это нравится. Давай эту оставим. Если тебе какая-то приглянулась, потом мне скажешь, если что. У меня есть еще вот этот вариант. Вот так, такое себе. Ну, не особо, но можно тоже, как бы, да, применить. Ладно, прическу тебе изменили. Допустим, майку ты просил, да, тебе изменить? Сейчас... Сейчас, подожди. Ну, как-то что-то не нравится. Вообще не хотела тратить, конечно, время на изменения, на создание персонажа. Не, нормально. На человека стал похож. Так. Здесь я только одно, пожалуй, изменю. Я помню одно замечание у Ленки. Тон волос. Вот. Все. Все, я думаю, с этим можно закончить. Не, ну это капец, конечно. Ребенок остался с двумя дядьками. Блин, Никит, я теперь буду вас путать. Серьезно. Симбафуна, сокровища Муна. Что? Куда? Чего? Катя, беззащитная малышка, попечители и другие персонажи в семье должны о ней заботиться. Тём, ты слышал, ты должен о ребенке заботиться. Блин, ну серьезно, Никит, ты просто теперь сам на себя теперь не похож. Блин, ну серьезно, мне нравился больше тот твой образ. Ладно, так, что ты хочешь делать? Смотреть на игрушки малыша? Нет! Нужно уход за малышом. Что там Катя хотела? Подожди, подожди, подожди. Ее накормить надо и... Вообще, ее горшку учить. Ну ладно, я с тебя эту обязанность снимаю, Тём, иди просто накорми ее, пожалуйста. Дать еду. Жрать хочу. Динозавра в воде. Золото. Грустно. Как, слушай, как у тебя быстро настроение-то меняется, Кать. Значит, это... Тёма, блин, иди накорми ребенка. Пошли. Сментина? Кушать хочешь? Да, пиццу, пожалуйста. Пиццу? А, я не умею готовить пиццу, ну ладно. Пойдем что-нибудь найдем. Что мог предложить покушать ребенку Тёма? Конечно же, пиццу. Вот серьезно, я даже почему-то не удивлена. Что делает Никита? Никита сделал себе опять коктейль. Нет, это другой, это испорченный коктейль даже. Воняет, вот я тоже не могу понять, что ты это все не убрал перед тем, как сесть покушать. Вот, да. А это что такое? Синий медвежонок. Что, Катя забыла игрушку на барной стойке? Катя, ты что, бухала, что ли? Как тут оказалась игрушка? Тёма, Тём, ты в курсе, что за ребенком? За ребенком нужно присматривать, пока она жрёт, сидит. Ты понимаешь, что она сейчас опять нафигачит полный стол еды. Марина упорно работает над статьей. За 10 минут назначенного срока публикации она замечает, что коллега публикует ту же самую статью. Да чё, попели что ли? Конечно, вернут. Погодите, стойте. Коллега злится, но никому ничего не скажет, потому что знает, что Марина пожалуется. Все, я отвоевала свою статью, скотины такие. Ты, может, на телефон ответишь? Сначала друзья, руки потом. Лера сегодня попыталась улизнуть с урока, чтобы утешить плачущего друга. Что ей сказать? Блин, ну у него только один вариант ответа. Такой по-отцовски уроки пропускать нельзя.
Образование важнее. Момент. Обучение закончено. Никита Зонтик дал школе, где учится Лера, совет о том, как следует поступить. Улучшенный показатель ответственности, ухудшенный показатель сочувствия. Ну чё, дискомфорт-то сразу, почему? В смысле? А где тут... Подожди, Катя устроила дискомфорт Никите. Гениально. Никит, ну прости, ты ближе оказался, я думаю, всё-таки. А Катю я бы по... Не знаю, что бы я сделала сейчас. Придираться, прогнать? Не, это все не то. Ну, поругать он ее не может, да? Да, видимо, не может. И ты будешь на это смотреть? Боже, ну как это, как ее поругать? Ну, просто посмотрел и пошел смотреть телек. Гениально просто. Ну, Никит, ну что это за человек? Так, ладно. Артём, что ты творишь? Сидит такой в кресле, короче. Ну, понятно, как только ты мне понадобился, ты пошел по делам. Супер, просто супер. Нашел, чем отмазаться. Катю, вытащи отсюда. Никита тогда. Вот. Что у нас Катя хочет? Катя ничего не хочет. Она хочет наварить в подгузник. Собственно, она уже это сделала. Класс. Просто Катя сидит и валит в подгрузник. Ну, Катя, ну прости, но так это и есть. По сути. Где Никита? Никита, можно тебя попросить? Поменяй, пожалуйста, ребенку подгрузник. Просто больше некому. Серьезно. Че, он отойдет, чтобы далеко не улетел подгрузник, да? Нужно было замахнуться. Что ты уселся? Чирук, испа. Да какой поговорить? Не надо туда садить Катю, не надо. Ей надо подгузник поменять. Всего-навсего. Ага. Тип слуфа? Давай тебе подгузник поменяю. Нет, только не ты. Нет, не сказала. Что ты орешь на меня? Я не понял. Я не понял, что ты меня орешь. Я сейчас вах такой тебе сейчас устрою, вот увидишь. Так, ладно. Дубль 2. Артём. Артём, попробуй ты с ней поговорить. Тём, подожди, Тёма, подожди, Тёма. Возьми эту племяшку свою. А в смысле? Она согласилась? А чё, понравилось? Да? Да мокро как-то. Катя, ты навалила ещё раз. Что происходит? Слушайте, два мужика не могут справиться с ребенком. Я понимаю, что это мои обязанности, но ё-моё. Вы просто стоите, каждый нашел себе полуже, которую сделала Катя. Это при том, что вы умудрились поменять ей подгузник. Почему? Она злая. Она злая, просто злая. Ей не дали конфету. Сахар немедленно. Я сейчас тебе такой бардак устрою. Мать придет, тебе будет такой, таких люлей насует. Что тебе надо? Тариф. Вы только не убейтесь, пожалуйста. Подожди, никого не смущает бардак? Так, ладно, Никита убирает. Проверить малыша. Тём, что ты хочешь мне сделать? Посадить в стул. У вас фантазии только на это хватает, да? Просто достать ребенка из стульчика, посадить ребенка в стульчик. Достать ребенка из стульчика, посадить ребенка в стульчик. Подгузник она вам менять не дает. Да, слушай, ну вообще, ну как? А ужас. А я Тёма. Давайте опять достану из стульчика. Я накачаю, слушай, такая тяжелая стала, пока тебя поднимал туда-сюда. А ну иди сюда, сейчас тебя разбахаю, все. Сюда иди, говорю. Сюда иди. Я тебе сейчас бахну. Ты только что менял ей подгузник. Вы что, серьезно, что ли? А, чистота, да? Сейчас опять поставят ее на стульчик. Я хочу тебя загрызть. Ты меня достал, я тебе не разрешала мне менять подгузник.
В чем дело? Сердечко хочу. В чем дело? Ты что, баран, что ли? Я тебе не буду отвечать еще раз на этот вопрос. Ну, просто гениально. Мне интересно, чем это все закончится просто. Ребят, вы, может, лужу хотя бы вытерете? Никит, ты куда? Катя, нет, не вздумай. Возьми ее на руки, пока она не взяла. Что-нибудь не то. Никит, ты завис? Ай, иди сюда. Я тоже хочу накачаться, как Тёма. Пока тебя таскал. Мальчики, мальчики. Тём. А, ты за Катей пошел. Никит, ну прости, я тебя тоже опять попрошу убрать с ее стульчика. Веру разозлили. Тём, ты видишь, она в унитаз пошла? Блин, надо ее как-то все-таки научить. Он не может ее никак поругать. Увы, по-моему, не может, да? Можно ее просто поднять. Ну, тебе мать устроит, когда придет. Катя, я все запомнила. А довольная ты какая? Счастье-то сколько, господи. Школьный день подошел к концу. Вера получит оценку удовлетворительную, но учителя средняя школа. Считаю, что она может легко повысить свой результат, если немного постарается. Возьми эту безумную девочку на руки и... Ты спать не хочешь там еще, Катя? Давайте уложим ее спать все-таки. Так, повышение до на побегушках. Полина получает повышение. Зарплата увеличивается на 7 долларов, будем так называть. Так, получаю премию. Следующая смена, среда, 9 часов. Хорошо, замечательно. Так. Пойдем уложим Катю спать, чтобы она это... Чтобы перед матерью не спалить ее, что она плохо себя вела. Да. Так, подожди. Ульяна злится? А, узнать мнение о работе. Вы хотите меня поздравить? Хотите поздравить мать с повышением? Хорошо. Мать! Поздравляшки! А, они ничего не сказали, просто пошли. Ладно, все понятно с вами. Так. Все, Катю сейчас отнесут в постельку. Собственно, ладно, остальное все понятно. Давайте на этом заканчивать. Катя сегодня нам кучу проблем доставила. Просто серьезно. Я не думала, что это будет настолько для вас сложно. Никита, Тёма. Всем спасибо за просмотр. Ждем следующей серии, ждем следующих событий. Не забывайте заглядывать в группу. Мало ли там что появится интересного. И к нам на сервер Дискорда, если вы хотите с нами пообщаться вживую. А с вами была Амбрелла и всем пока.